Здравствуйте, я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ольга, и тема нашего расклада первый раз на этом канале. Расследование на Таро. Как вас воспринимают мужчины разных стихий? У нас будет, да, вот 4 короля, 4 стихии. Вы можете загадать этот расклад для себя, как определенная стихия, и мужчины определенной стихии, как вас воспринимают, можете на каждый вариант загадать определенного человека. В любом случае, я советую послушать весь расклад. Возможно, в нем вы найдете очень такие интересные нюансы, моменты, тонкости, которые дадут вам определенную шпаргалочку, как улучшить общение, как улучшить некий результат, вообще добиться лучшего для себя в общении с определенным типом мужчин или с определенным человеком. Итак, мои дорогие, давайте начнем. Это будет как бы один расклад, но на 4 стихии, на 4 мужчины. Итак, мои дорогие, для начала давайте посмотрим. Вы в сегодняшнем дне. Какая энергия в вашей жизни, что в вашей жизни вообще происходит? Давайте посмотрим. Итак, пока я готовлю колоду, вы можете поставить на паузу, сконцентрироваться, да, выбрать, назначить на каждую позицию, на каждую стихию какого-то определенного человека или в общем, да, вот как-то сконцентрироваться, чтобы услышать, да, вот прямо такую нужную, интересную информацию для себя, которая где-то будет-то прям такой классной, классной подсказочкой. Так, итак, все уже, колода уже готова на общение. Давайте будем смотреть. Итак, надеюсь, что все уже загадали. Давайте будем начинать. И посмотрим, да, что у нас здесь. Ох, девочки, а вы прям собственной персоной. Собственной персоной, готовы очень даже к отношениям, безупречно, наполненная женской энергией, прекрасная, яркая, интересная. Где-то вы действительно способны удивлять, способны, знаете, жизни любого человека наполнить эмоциями и чувствами. Можете быть, как знаете, такой жизнь дающую, ласковая, нежная, так и можете нести некое разрушение по жизни человека. Все зависит от того, как он именно к вам относится. Потому что в жизни его можете привнести столько нежности, любви и ласки, так и можете, знаете, накрыть с головой и просто сбить с ног и выбросить из своей жизни раз и навсегда. Хоть в жизни своей даете шанс, хоть готовы и верите в любовь, хоть, знаете, готовы к прекрасным, прекрасным, ярким отношениям. Вообще-то женщина прекрасных энергий, женственная, очень интересная, очень красивая. Она действительно может иметь очень ярко проявленные вот такие творческие таланты. Чувство цвета, чувство стиля, красоты. Эта женщина с возрастом, она в некой степени, возможно, как некое созревание своего личного шарма, стиля, оно происходит. Женщина в своих вековых трансформациях очень хорошо реализуется, да, и с возрастом становится более, наверное, насыщена вот этими энергиями, мудростью женской. Поэтому я вам скажу, что действительно сохраняете свою вот эту изюминку, свою женственность, свою красоту, интересны мужчинам безусловно, и все время, в паре вы, без пары, вы, знаете, молоденькая девочка, или, возможно, вы уже очень даже и зрелая женщина, эта женщина всегда привлекает мужчин. Вопрос в том, есть ли в окружении нужный человек, потому что эта женщина, она живет по сердцу, она живет по своим эмоциям, по своим, знаете, переживаниям внутренним. И ей очень нужна любовь, очень. Она этим чувством живет. Но давайте посмотрим,
Да, возможно, сейчас в вашей жизни есть некий такой момент островатый. Есть ситуация, возможно, острая сейчас, на сегодняшний день, которая буквально как висит над головой и требует определенных шагов и определенного решения. Вы, конечно, человек, несмотря на свою вот такой момент, давать шансы и как-то, знаете, прощать, не держать обиды, вы все же очень здравомыслящий человек. И где-то уже, знаете, топтаться по сердцу вы не даете. Очень даже способны сжечь определенные мосты. И, возможно, очень даже неожиданно проявиться для мужчины. Очень неожиданно. То есть за вот этой такой нежностью и привлекательностью кроется большая сила, которая действительно может накрыть головой и выбросить тебя из своей жизни раз и навсегда. И вообще, да, как бы там сердце кровью не обливалось, но есть некий такой момент, всему есть какая-то грань. И здесь, конечно, идет момент, что вы смотрите вперед. И кто бы там уже, да, из прошлого не звал, там, не кричал, не так, знаете, как-то не желал вас вернуть, чтобы вы как-то обернулись, возможно, уже на сегодняшний день, в сегодняшнем своем понимании и мировоззрении вы движетесь вперед. И очень даже, вы знаете, при такой вот красивой внешности можете занимать очень даже солидную должность, ответственную, возможно, даже работать с документами, с бумагами. И вот, знаете, мир вокруг вас, он может быть очень даже строгим, но ваше внутреннее состояние – это такой вот цветущий сад. И, возможно, в этот сад не каждому можно войти, да, возможно, очень вы переборчивы, скажем так, в том смысле, кого впускать в свою жизнь. Очень даже расставлены определенные какие-то моменты ограничений все же. Вы, несмотря на то, что есть вот этот такой момент, хочу верить, да, хочу надеяться, хочу верить, хочу видеть в людях лучшие, но, возможно, некий жизненный опыт очень даже какие-то уроки привнес в вашу жизнь. И есть момент видения, и есть момент очень четкого, ясного восприятия действительности. То есть так, как оно есть. Хоть, возможно, хотелось бы и лучше. Итак, вот. Да, вы рассуждаете по старшему аркану суд. Очень даже может проходить момент, что занимаете вообще в своей жизни такую очень даже активную позицию. На сегодняшний день прям контроль какой-то определенный, да, то есть при том, что в шкафу обязательно есть красные туфли и розовые платья, да, эта женщина очень в своей жизни целеустремленна, очень в своей жизни, да, может быть, даже и реализована. Она не боится пробовать что-то новое, она не боится входить в новые отношения, она не боится мужчин и абсолютно от них не закрывается, но рассуждает очень строго. И вот в этой строгости ты можешь, знаете, как-то не попасть. Да? Ты можешь не попасть. Есть ситуация, конечно, знаете, что мне как чуть-чуть не хватает. Мне чуть-чуть не хватает, чтобы дотянуться к этому вот золотому яблочку. И, возможно, нужен партнер немножечко повыше, да? Немножечко, скажем так, с каким-то определенным рвением, силой и результатом уже на сегодняшний день. Человеком, который действительно меня может как и поднять, да, чтобы я это яблочко достала. Или, возможно, как-то помочь мне дотянуться. Или вообще сорвать это яблочко для меня. То есть здесь есть такой момент. Хочу сильного мужчину, который вот это яблочко для меня достанет самой лучшей. И, возможно, да, вокруг вас вот мужчины, интерес мужчин кружит, как вот эти маленькие рыбки, но вы на это не очень так и обращаете внимание. Возможно, некий навязчивый интерес мужчин даже может быть в вашу сторону, который где-то, да, уже, знаете, такое вот ощущение, знаете, как вздох женский, да, ну, такое, да, они всегда есть, да, вот эти маленькие, мелкие ребёшки,
которые засматриваются, которые где-то там вздыхают без надежды, знаете, томятся там, или какие-то легкомысленные имеют намерения в вашу сторону, они всегда существуют. Но это ни о чем не говорит, потому что вам нужно самое-самое лучшее, и вы нацелились на самое лучшее. Действительно, возможно, ваша жизнь – это определенный такой цветущий, красивый сад, но есть определенная калитка, да, которую не каждый может открыть, и не каждый может в вашу жизнь войти. Я вижу, конечно, что есть вот некий такой момент, возможно, где-то энергетического конфликта. То есть вы можете входить в новый коллектив, многим вы будете очень приятны. Вы быстро и хорошо обучаетесь, вы достигаете хороших результатов, прекрасных результатов. Но всегда присутствует некий энергетический конфликт. Кто-то есть, да, кто-то есть, кто так или иначе, да, вот будет с вами вот в этом энергетическом конфликте. Всегда будет момент соперничества, конфликтных ситуаций, да. И тот момент, что вам как-то тяжело найти вот общий язык с определенным человеком. Возможно, очень часто это именно женщины, потому что вас видят конкретно очень сильную конкурентку, которую очень бы хотелось, знаете, вот этот за этот круг, знаете, вот просто выбросить. Не получается. Очень часто не получается. Потому что при такой вот, знаете, нежной женской внешности здесь прям силище. Здесь прям такая мощная очень энергия. И да, эта женщина, она может быть реализована в какой-то очень, знаете, такой профессиональной прямо деятельности, да, работа с документами. Возможно, это индустрия красоты. Очень здесь люди могут ярко себя проявить, реализовать. И вообще, знаете, вот этот потенциал творческий, он очень у вас грандиозный даже где-то. Но и есть еще что-то, да, возможно, какая-то мистика, очень развитая интуиция, тяга, желание к эзотерике. Вы такая, знаете, как разная, и вместе, знаете, создаете что-то, ну вот какое-то нечто. Я вам скажу, что да, вы сейчас в процессе как собираю энергию, собираю знания, собираю какие-то, знаете, важное что-то вот в своей жизни. Я как бы сейчас собираю, возможно, есть такая некая поиск, я что-то ищу, я ищу какую-то информацию, ищу какие-то, что-то интересное для себя, как будто бы вот я знаю, что я ищу, да, но я его еще пока вот как бы, да, прощупываю, я в поиске нахожусь. Я вам скажу, что вы обретете определенно прекрасный результат, потому что у вас присутствует очень много качеств, и я вам скажу, что рядом с неким успехом личностным, карьерным, творческим, вы можете добиться и иных успехов, да, некого духовного развития и личной жизни, да, прекрасных результатов в личной жизни. Да, есть момент немножечко, знаете, вы сами по себе звезда, вы сами по себе сияете, и вам не нужны, знаете, какие-то дополнительные вот эти светлячки для того, чтобы быть ярче и прекраснее всех. Очень вы даже сами по себе способны ярко реализоваться. Вам, знаете, вы решите, вы отойдете, знаете, от какой-то компании или от какого-то, например, пожелаете сменить свой профиль, свою какую-то сферу деятельности, вы отойдете, вы очень быстро себя найдете. И, возможно, даже вот ваш прорыв и ваш какой-то результат, он будет удивительным, ярким, потому что здесь прямо проходит момент, что вы сами по себе способны сиять, вы сами по себе способны добиться большого результата. И для этого вам не нужны светлячки, потому что вы ярче всех светлячков вместе взятых. Есть очень много энергии в этой женщине. Итак, мои дорогие, давайте посмотрим, если вам интересно, смотрим дальше. Итак, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Для начала у нас первый король мечей, стихия воздух. Давайте посмотрим, как вообще, что вообще мужчины о вот такой воздушной стихии или определенно загаданный вами человек, что он о вас думает. А? Для начала посмотрим. Воздушная стихия, что думает человек.
Очень часто эти мужчины не показывают своего первоначального интереса к вам. Очень может быть. То есть этот момент каменного лица и вот этот момент, знаете, каких-то моментов почему-то идет. Эти мужчины как много думают, но очень мало показывают. То есть первоначально у вас, возможно, с мужчинами воздушной стихии не получается каких-то вот спонтанных, знаете, отношений. Они как медленно идущие и очень, возможно, медленно поначалу развивающиеся. Почему? Здесь у человека очень такой какой-то бурный мыслительный процесс. Он очень много там себе в голове раскладывает, что-то думает, да. То есть он больше вас воспринимает мыслями, да, разумом своим. И, возможно, с одной стороны, это очень как-то здраво, но с другой стороны, не хватает некой спонтанности, да, вот в первом каком-то общении. Этот человек может брать какую-то паузу, да, вот познакомились, вот он может через неделю может вам позвонить, да, где-то там появиться через какое-то определенное время. То есть у него идет вот момент какого-то мыслительного процесса всегда, вот когда он вас видит. Как подобрать меру лучше, как себя вот показать, как вот блеснуть. Здесь, конечно, проходит момент, что человек как бы немножечко на себе, да, сконцентрирован, очень может быть. Но по сути своей держит вас в мыслях, и вы его цепляете, этого человека. А чем? Чем? Чем цепляете? Ой, вы понимаете, конечно, здесь проходит мне момент, первый вариант, стихия воздух в общении с вами очень часто желает легкого пути, желает какого-то, знаете, как украсть, да, быстро дойти к своей определенной цели. Но у них не получается, потому они как-то вот зависают, и вот этот момент не идти через сердце, да, а идти через разум, искать какого-то вот пути, что-то там, да, себе выдумывать, искать какой-то хитрости. Почему? Потому что из головы выбросить не может. Очень часто вы производите яркое впечатление на этого человека, но он может вам его не показать. И когда он начнет действовать, знаете, он уже так замаринует, что, возможно, оно вам уже и не надо. И я вам скажу, что очень может быть какие-то его хитрости, какие-то его ходы, какие-то, знаете, его уловки не работают на вас. Потому что вы вот эту хитрость, и вы ее как будто прямо, знаете, видите при первой встрече, при первом взгляде. И когда этот человек видит, хитрость не проходит, нужно идти каким-то другим путем. Другим путем, ну да, знаете, потому что, ну вот, недоволен, не получается так, как хочется, не получается. Какие-то ограничения, какие-то стены, да, и вот здесь начинается включаться что-то иное. Мужчина начинает думать, есть какая-то конкуренция, есть какие-то моменты, знаете, почему мне тяжеловато к этой женщине вообще как-то достучаться и быть для нее интересным. И здесь уже может проходить момент уязвленного самолюбия. Вот как-то я вам скажу, что сложновато. Сложновато с воздушной стихией у вас складывается отношения. Но тем не менее, они могут развиваться как очень страстные, как очень яркие, будоражащие. Да? То есть начиналось все как бы из ничего, но в процессе мужчина может в вас влюбиться и может, знаете, очень прямо ярко, неожиданно даже для себя на вас реагировать и вас воспринимать. Да, это может вызывать вот некий такой момент кармических отношений. То есть вы, возможно, выступаете уроком, знаете, по старшему аркану суд этому человеку. Может и преподавать ему, да, как бы сказать, преподать ему очень такой яркий урок, потому что какие-то хитрости, ходы пикаперские, они на вас не работают. И тогда идет вход, знаете, вот настоящее. То есть, возможно, какую-то первоначальную маску вы очень быстро снимаете с них. И они вас, возможно, где-то воспринимают как женщин опасных для себя, понимаете? Потому что вот игры типичные для воздушных знаков с вами не проходят.
И очень даже часто, видя свое какое-то тревожное внутреннее состояние, эти мужчины могут вас обходить стороной. Потому что если он втягивается вот в эту, знаете, ситуацию, отношения с вами, они могут проживать очень, знаете, такие терзающие какие-то вообще чувства, эмоции. Это все очень ярко, это все очень, знаете, темпераментно. Для них это не свойственно. Эти мужчины, они любят более, знаете, что-то такое вот поспокойнее, знаете, то, что находится под контролем. А с вами это очень-очень сложно. Контроля нет, рамок нет. Все выходит, знаете, за грань. И все становится каким-то горячим, взрывающимся, да, меняющим жизнь. По сути, вы для воздушных знаков, вы действительно можете, это кармические какие-то прямо отношения, возможно. Ну что я вам скажу, да? Да, это кармические, прямо такие, знаете, возможно, наполненные яркой страстью отношения, но тем не менее очень-очень непростые. Очень непростые. Что думает о вас? Вы нравитесь им, вы им нравитесь. Вот я вам скажу, воздушная стихия, мужчины, или, возможно, первый вариант, так или иначе, как бы он там, что бы он, какие бы он стены не выстраивал и блоки не строил, да, этот мужчина признает, что вы чрезвычайно красивая женщина. Да, возможно, это не имеет, знаете, такого какого-то вот вспыхнуло, да, и цветет. А это какой-то вот момент, я сначала попробую хитростью, а потом попробую манипуляциями, а потом попробую еще чем-то. И если уже ничего не работает, да, значит, эта женщина особенно, и я по-настоящему начинаю углубляться и влюбляться в эту женщину. То есть очень может быть, что эти отношения, они проходят, какие-то могут проходить определенные этапы, они могут быть очень каким-то непростыми, да, в своем первоначальном построении вот с этим человеком. Но однозначно я вам скажу, что воздушная стихия, мужчины, они действительно на вас очень обращают внимание. И здесь могут быть, ну, вообще отношения, которые вообще никогда не забываются. Сложились ли они позитивно, негативно, да, что там в конечном итоге, но они незабываемые. Давайте посмотрим дальше. Итак, чем вы привлекаете мужчин воздушной стихии или вот загаданного человека на первый вариант? Давайте посмотрим. Чем привлекаете? Да, давайте. Очень сильное притяжение, очень. Действительно, где-то с этим притяжением чрезвычайно тяжело бороться. И оно, знаете, как перевешивает все, знаете, каким бы ты там ни был уверенным, каким бы ты там себя не считал умным и прагматичным, вот ты все равно, ты не устоишь. Ты просто не устоишь перед этой женщиной. Настоящая королева, они действительно вас подмечают, сразу, хоть возможно, вот действительно, да, вот эта каменная маска, они не показывают этого. Очень часто мужчина может быть увлечен и даже влюблен, но скрывать свои чувства, как бы зажимая это все, складывая в коробочку, да, пока оно там умещается. А вот когда эта уже коробочка сломалась, все, знаете, вот здесь уже начинается такой момент, им тяжело вас отпускать. Тяжело, знаете, и быть с вами, и вас отпускать. Действительно, воздушная стихия, очень яркие, очень такие страстные отношения, они здесь есть, они здесь очень даже для многих, возможно, пройдут как кармические могут проходить. Чем вы привлекаете? Вы очень интересны в общении, очень. И внешность ваша, она очень хороша. Но вы знаете, если поначалу, я вам скажу честно, мужчина поначалу это внешность. И где-то он действительно воспринимает вот этот момент, моя прелесть, да? То есть посмотрите, какая со мной красивая женщина. И он где-то и, знаете, вот какие-то нюансы, ему очень нравится, ему все в вас нравится. Где-то этот человек даже желает, чтобы вы где-то более ярко что-то подчеркивали, да, вот такие какие-то моменты, да, в своей внешности. Но это до тех пор, пока вот этот момент трансформации, да, не пройдет. По сути, именно общением своим
с этим человеком, именно своими мыслями, своим характером, своим, возможно, неким противостоянием с ним, вы ему и нравитесь на самом деле. Давайте посмотрим. Некая неприкосновенность, некий момент шикарной, благородной, да, вот такой элегантной сексуальности. Вот что его привлекает. Чем больше этот человек находится в поиске подхода к вам, тем ярче разгораются его чувства и тем больше вероятность выстроить что-то, знаете, реальное и толковое с этим человеком. Он, ему нравится женщина неприступная. И он, ему нужно уважение к женщине. Вот я вам скажу, если у него есть к женщине уважение, будет и любовь. Потому что эти мужчины, они очень где-то умеют понижать самооценку женщины, они умеют где-то и по ним манипулировать. И где-то они, знаете, ищут некого противостояния. Если это противостояние существует, если стержень существует, если женщина дает отпор, а если такое произойдет, и вы стали для него вообще недосягаемой, вы будете на первом плане, на самой вершине, на троне своем, прекраснейшей из женщин. Да, я вам скажу, что воздушная стихия, можете войти в такие отношения, которых человек вообще не забудет никогда. То есть вы вызываете особенные переживания в человеке, и да, видят вас вот именно ту недосягаемую, именно ту желанную, именно то, что по сути, да, ищется. То, что ищется. Но сам человек очень тяжело открывается. Сам человек очень тяжело открывается и в своих чувствах, и в своих эмоциях, и в своих желаниях. И здесь, конечно, нужно или быть сама по себе, да, а ты там, как тебе там получается, да, созреешь, приходи, порешаешь там все, приходи. Но по сути я вам скажу, что чем вы нравитесь, вы сами по себе, вот такая чистая, прекрасная невеста. И очень, возможно, часто этот мужчина в конце концов задается, а может я и не такой классный, да, может я и не достоин такой прекрасной женщины. Очень даже может быть. Потому что, несмотря на свою самоуверенность, эти мужчины очень умные и где-то даже способные на свой некий анализ, да, анализ своей жизни, они делают определенные выводы и очень даже способны на определенную трансформацию, которая может изменить все к лучшему. Давайте посмотрим, что же его подбешивает вас. Что вот воздушные знаки зодиака, воздушная стихия мужчины, да, что их подбешивает вас, или определенный вот человек. Что подбешивает? То, что неожиданно, то, что казалось каким-то, возможно, легкомысленным, в каком-то очередном шаге становится очень-очень важным для него. То есть они ловят себя на мысли, что в попытках как-то, да, вас влюбить, возможно, в себя, влюбляются сами. Что неожиданно из чего-то, не, знаете, не предвещающее ничего серьезного, выходит, что наоборот, что-то очень даже и серьезное. То есть вы та женщина, которая очень незаметно увлекает, утягивает, от которой уже невозможно оторваться. Возможно, даже считает вас действительно опасной, потому что вы та женщина, которая действительно способна вот изменить и по иерофанту быть большим уроком по судьбе. Давайте посмотрим, что знаете, не нравится. Вышло три старших аркана. Вышло тот момент, что все очень серьезно. И то, знаете, и как-то и подбешивает, что легко с вами не будет, что нужно прикладывать усилия и максимальные, и быть справедливым, и быть честным в отношениях с вами. И где-то какие-то хитрости вообще не проходят. И в какой-то момент твои хитрые шаги приведут тебя к тому, что ты сам влюбишься и сам будешь у этой женщины просить, чтобы она тебя любила и была рядом с тобой и хотела видеть тебя в своей жизни. Вот это, конечно, знаете, мощно, потому что вышло три старших аркана. Давайте посмотрим еще. Вообще перспективы, да? Перспективы в отношениях с воздушными знаками зодиака.
с воздушными знаками мужчин, с воздушной стихией или с загаданным человеком. Перспектива отношений. Возможно ли? Какая? Ну вот смотрите, несмотря на то, что человек очень где-то желая все прагматично простроить, не ожидает тех скрытых нюансов и моментов своего притяжения и вашей женской силы. Он не может просчитать своего притяжения к вам и его силы. То есть, да, он старается держаться под контролем, он считает себя очень умным, что он, знаете, все как-то может просчитать, все может, знаете, вырулить, прорулить, и все будет так, как он желает. Он и в этой всей своей формуле не может просчитать момента своего личного притяжения к вам, желания быть с вами, желания романтики, желания вашей женской энергии, и не может просчитать ваши силы, да, как вы вообще можете качественно менять, трансформировать, изменять вообще течение событий, то есть непредсказуемость вообще, да, то есть ваша непредсказуемость. Но тем не менее, я вам скажу, что действительно может быть некий компромисс. Очень может быть, потому что видя в вас не просто, да, моя прелесть, а и видя в вас равноправного партнера, этот человек идет на компромисс. И действительно, в желании победы, которая в конце концов является ваша любовь, в желании вашей любви, этот человек готов на компромисс, готов на работу над собой, готов на трансформацию свою личностную, только бы вот эта любовь была, только бы быть с вами в отношениях цветущих и развивающихся. Я вам скажу, что несмотря на то, что здесь не просто. Действительно, есть перспектива на развитие отношений. И, возможно, очень даже в какой-то степени, знаете, пройдя вот эти непростые какие-то нюансы, моменты, здесь идет такой момент признания своей женщины, признания женщины любимой. И даже образование прекрасных отношений. В любом случае, я вам скажу, что вы, конечно, выступаете женщиной, которую невозможно забыть. И очень яркие эмоции и переживания. Да, для кого-то может пройти действительно кармические отношения, как и рядом тяжело, и врозь невозможно. Но перспектива отношений, она реальна, она возможна и даже очень-очень хорошая. Давайте посмотрим советы для вас по поводу воздушных знаков зодиака. По поводу первого варианта. Совет для вас. И у нас вышел туз кубков. То есть всю ситуацию вообще вот, да, в первом варианте может изменить именно любовь. Настоящая и чистая. Если она есть между вами, это все ерунда. Потому что это все шелуха, это лишнее, оно со временем все отойдет. Все станет на свое место. И действительно люди займут прекрасные позиции в равноправных, ярких, интересных отношениях с большой перспективой. Любовь расставит все на свои места. Любовь покажет, да, кто есть кто. И любовь – большая сила, ради которой найдется любой компромисс, любые слова. И действительно, здесь перспектива есть, девочки. Есть перспектива на развитие. И здесь, знаете, такой момент. Любовь покажет правду. Любовь покажет истину. Если она есть, эта любовь, она преодолеет абсолютно все. Непростой характер, не просто выстроить, особенно как-то первоначально выстроить отношения, но если вот этот первоначальный период проходит, здесь люди действительно могут войти в прекраснейшие отношения с сильной, мощной парой. Вот такой вот у нас первый вариант. Давайте будем смотреть дальше. Итак. Второй вариант. У нас король динариев, земная стихия, стихия земля, земные знаки зодиака. Давайте посмотрим. Земные знаки зодиака, мужчины или загаданный вами. Второй вариант. Что думают мужчины
о вас или определенный мужчина. Так что думают? Ни шагу назад. Эта женщина мне нужна. Знаете, очень быстро вы входите в зону интереса этого человека. Он не пасует ни перед какой конкуренцией. Он сразу вас замечает. Знаете, у него есть такой момент. Я тебя увидел. Я тебя вижу, да? То есть они очень быстро вас замечают и очень даже, знаете, ярко могут и активно быстро проявлять свой интерес к вам. Ну вот вы знаете, что здесь, конечно, есть ситуация быстрого выхода на контакт. Вот земная стихия с вами, очень быстрый выход на контакт. Есть момент какой-то, знаете, резкой надежды, от которой не отступлюсь, да, за которую буду бороться. Очень я вам скажу, что да, земная стихия очень быстро вы как-то, они обращают на вас внимание. Вы нравитесь вот мужчинам земной стихии. Они видят определенные ваши качества, плюсики, это все им очень-очень заметно. Действительно имеют какую-то надежду на развитие, быстро выходят на контакт. Что касается рабочих контактов, они очень продуктивны и очень качественные. То есть не только любовная сфера, но и некие рабочие контакты вот с мужчинами земной стихии, они могут быть для вас очень-очень перспективными и очень даже приятным может быть общение с этим человеком в любой сфере вашей жизни. Давайте посмотрим дальше. Итак, что думают о вас? О, да, прекрасно. Вы действительно производите очень яркое, очень приятное впечатление сразу на мужчин земных знаков. Они видят благородство некое в вас, некую перспективу. Вы и красивы, хороши, вы милы. Вот, и вы им милы, вы им нравитесь. Я бы даже сказала, где-то сразу, знаете, как в глубину сердца. В глубину сердца. Очень они как-то, вне зависимости от того, есть у вас возможность какого-то контакта, открыта дорога, не открыта, есть ли какие-то нюансы. Эти мужчины, они вот не особо находятся с собой в каком-то конфликте, потому что они как-то желает открыть определенную дверь, какую-то определенную возможность для себя. Вы знаете, эти мужчины, если они входят с вами в отношения, они очень быстро закрывают дверь в прошлое. То есть какие-то предыдущие отношения, они перестают существовать и интересовать. Да, ну как оно как-то отходит, не имея ресурса, отходит вот в сторону, потому что вот есть момент, четко как свое нашел. Очень на вас прекрасно реагирует земная стихия. Прекрасно, я вижу, что вы мужчина в земной стихии, действительно очень сильно нравитесь. Итак, что думает о вас? Планы. Вот я вам скажу, да, земная стихия очень даже может проходить как... Вот познакомились, человек сразу начинает действовать, или с вами быстро идет на контакт, он открыт к общению с вами, вы приятны, у вас очень даже энергии приятно переплетаются, и очень даже человеку интересно, да, что дальше. Очень может быть ярко проявляется, ухаживает и желает отношений. То есть если это любовная сфера, очень даже человек начинает быстро, активно действовать, проявляться к вам. Вот с земной стихией я вижу, что у вас очень даже с самого начала хорошо развиваются отношения. Есть момент уважения к женщине, есть момент, знаете, такого активного ухаживания за женщиной и в желании, да, вот этих прямо таких красивых, приятных отношений и взаимной любви, девочки, да, да. Я бы даже сказала, земная стихия и вы, да, здесь есть такой момент, со страхом ожидаю, надеюсь, знаете, и как будто бы жду какого-то определенного счастья. Очень мне проходит, знаете, как внезапно накрывшая волна, внезапно образовавшиеся чувства. Очень может быть, что с самого первой встречи вы как-то предельно на себе концентрируете внимание мужчины. Очень может быть и даже такое, как понятие «любовь с первого взгляда». То есть вот прям понравилось, ну,
ну все, ну нравится сильно. И уже человек, знаете, особо своего мнения не меняет. Он действительно, вот земная стихия очень вам даже подходит, мужчины. И очень у вас могут быть гармонично развивающиеся отношения с самого начала. И знаете, какой-то такой вот момент прямо уверенности, да, уверенности, что вот эта любовь взаимная, она возможна. И как, знаете, как резко, резко, неожиданно пришло счастье. Очень может проходить как вот такой момент, знаете, внезапной симпатии, внезапной влюбленности, да, вот здесь такой момент есть, как состыковка, очень-очень подходящая, да. Они замечают вас, очень для себя подходящую пару. И вообще я вам скажу, что не проходит как очень перспективное развитие отношений. Ну, давайте посмотрим. Итак, чем вы нравитесь мужчинам земной стихии? Или вот второму варианту. Чем нравитесь? Чем вы вот привлекаете? Чем привлекаете? Вы знаете, очень приятное общение, хочется еще, да, хочется слышать, хочется с вами опять встретиться. Вот какой-то момент, мне тебе все время мало, да, давай продолжим, давай я хочу послушать, что ты будешь рассказывать. Вот какой-то такой момент, как хочу продолжение. Вот чем вы нравитесь, с вами хочется продолжение. Действительно, производите вы впечатление очень такой яркой, красивой женщины, просто, да, какой-то момент трепета и желания к вам прикоснуться. Он здесь существует. Чем вы нравитесь? Вы женщина, знаете, такая, как с картинки сошедшая. То есть это мечта, которая вот, да, вот пришла в твою жизнь. Вот ты мечтал, вот держи, да, можешь удержать, попробуй. И я вам скажу, что да, очень быстро земная стихия попадает в плен чувств, в плен любви. И очень где-то способны идти с вами на определенно прекрасный контакт. Вы не оставляете, знаете, в покое. Вот мысли о вас не оставляют в покое. И есть вот этот момент. Чем нравитесь? Вы очень красивая женщина, просто как сошла с картинки. Очень красивая женщина. Настоящее солнце, которое невозможно закрыть рукой, и мысли о которой невозможно выбросить. Действительно, я вижу, что земная стихия очень ярко идет на контакт с вашей энергией. Здесь в отношениях можно очень выстроить красивые, качественные, гармоничные отношения с самого начала. И действительно быть для человека очень значимой женщиной, с большой-большой прекрасной перспективой на будущее. Давайте посмотрим дальше. А что подбешивает? Что может не нравиться вот мужчине, да? Что бы он, возможно, хотел изменить? Или, ну, вот какие-то нюансы, да? Давайте посмотрим. Итак, земная стихия, смотрим. Угу. Такой момент, конфликт сам с собой. А нужен ли он вам? Открыта ли дорога? А свободна ли эта женщина? И, возможно, очень часто именно вы, ну, женщины такой энергии, они могут быть не свободны. И за них нужно, знаете, как побороться. В первую очередь сам с собой побороться. Ну, то есть здесь какие-то вот что не нравится, очень часто... И тот момент, что она нравится мне, не означает, что я ей нравлюсь. И чтобы ей понравиться, нужны усилия. И нужна определенная борьба, чтобы какая-то дорога, да, на пути к сердцу этой женщины, чтобы она открылась. Чтобы, знаете, блуждая вот в этом лабиринте любви, в тупик не попасть и там не пропасть, да. Ну, давайте посмотрим, да. Определенные какие-то моменты, я не знаю, кто я для нее, да, то есть очень может быть, что вот такой момент, она нравится мне, это еще ни о чем не говорит, а нравлюсь ли я ей, и вот здесь начинается настоящая борьба, потому что мужчина может очень быстро входить в такой яркий интерес по отношению к вам, но это еще, да, не открывает для него дорогу, не открывает для него все возможности. Ну, что я вам скажу, сила ваша, конечно, ну, вот в красоте, действительно.
некий момент, возможно, вот резкой любви, неожиданной любви. А любовь, она приходит тогда, когда, знаете, ей пожелалось. Она не спрашивает, я вовремя или нет. Потому что ты все равно ошибаешься. Я вовремя, потому что я пришла. И вот здесь проходит момент, что может подбешивать или не нравится этому человеку. Что любовь к вам не спрашивает, можно приходить или нет. Она просто приходит, накрывает, и здесь уже все. Уже все. И никогда не знаешь, когда эта любовь придет. И что она сотворит со твоей жизнью. И то, что я от нее без ума, еще не значит, что для меня открыта дорога. Давайте посмотрим дальше. Перспектива отношений вот, с мужчинами по второму варианту, скажем так. Итак, перспектива отношений. Если, ой, девочки, старший аркан жрец. Очень быстро можете войти в серьезные, хорошо развивающиеся отношения, которые могут вырваться с любого рода ограничений, с любого рода преград и закрытых дверей. То есть здесь все очень может быстро, знаете, разруливаться, лишь бы было желание идти навстречу друг другу. Да, активно очень могут развиваться эти отношения. Мужчина не сдается, он ищет подхода, он ищет варианта, да, потому что сопротивляться вашей женской силе ему очень-очень тяжело. Действительно, второй вариант очень большая перспектива на развитие отношений, очень большая перспектива вообще в отношения войти, отношения развивать. Может для кого-то пройти, да, какие-то нюансы, моменты, расстояния, какие-то, знаете, недоразумения. У вас даже может быть момент каких-то, да, вот пауз может проходить. Но я вижу, что здесь очень-очень большая перспектива. Действительно, все какие-то тайны, нюансы перешагнуть на пути друг к другу, на пути прекрасные отношения. Итак, давайте посмотрим еще советы для вас по второму варианту. Земная стихия. Итак, с этим человеком вас могут ждать чрезвычайно долгосрочные отношения. Чрезвычайно. То есть это может быть вот партнер прямо вот сейчас и туда дальше. Да, далекое и прекрасное будущее. Очень длительные, очень надежные отношения. И вообще человек видит вас под другим углом. И вы можете его увидеть совсем иным, не таким, абсолютно особенным для себя мужчиной и человеком. И эти отношения, они не входят ни в какие рамки. Они не похожи ни на какие другие отношения. Они выстраиваются абсолютно по своему особенному, личностному, абсолютно уникальному варианту. И поэтому они имеют большой ресурс на длительность, на продолжительность. Здесь очень проходит момент, что это особенно и это связано, да, свыше, возможно. Вот такой вот у нас момент. Второй вариант, девочки, очень большая перспектива, если вы загадали какого-то определенного человека. Или вот земная стихия для отношений для вас очень-очень подходящая. Очень можете выстроить прекрасные отношения с этим человеком. Первоначально гармоничные. Итак, давайте будем смотреть дальше. И у нас дальше третий вариант. У нас король жезлов. Давайте посмотрим. Король жезлов по отношению к вам. Это стихия огонь, огненная стихия, мужчины огненной стихии или третий вариант, загаданный вами человек. Что думает о вас сейчас? Итак, что думает о вас сейчас? Ну что ж, я вам скажу. Здесь, конечно, идет такая ситуация. Именно такую искал. От нее не отступлюсь. Какой бы ни был тяжелый путь, какие бы ни были, знаете, препятствия. Очень резко возникающий мужской интерес к вам. То есть действительно нравится сильно внешность. Но идет ситуация, вы одна из миллиона. То есть вы далеко не похожи на других женщин.
резко возникающая страсть, да, резко возникающее, возможно, где-то притяжение к вам. Но это притяжение, оно может столкнуться именно с вашим характером, именно с тем моментом, ну я ведь могу и отсечь тебя, да, так что ты там не очень так и расслабляйся, и перья свои убирай сразу, пока я вот здесь не начала депиляцию тебе, да. Но вообще-то я вам скажу, что действительно, как из множества женщин во всем мире, я тебе выделяю. Очень даже вы интересны для огненных знаков. Вы пробуждаете вот такой мужской интерес, где-то азарт, где-то вы очень быстро, знаете, увлекаете этого человека. Очень может быть момент именно с огненными мужчинами. Это желание обладать женщиной. Очень ярко проявлен мужской интерес к вам, очень. И такое, знаете, как я вижу ее, знаете, во всем мире, как то, что искал, как ту женщину, которую искал. Ни шагу назад, я уже ее не упущу. Ну хорошо, что думает о вас? Очень часто может вот эта излишняя самоуверенность наткнуться, знаете, на ваше несогласие, да? То есть не так все просто, как ожидалось. Значит, нужно менять направление, значит, нужно менять план действий в желании все-таки привлечь и все-таки какие-то свои планы реализовать на гармонию, на некий момент, найти подход к ней, да, и очень часто это проходит через общение. Очень может проходить, что вот именно огненная стихия выбирает тактику подобраться ближе, войти во френд-зону, понравиться женщине как мужчина, показать ей себя, какой вот, посмотри, я интересный, я приду тебе на помощь в любой ситуации, я могу решить любую ситуацию, присмотрись ко мне, я то, что тебе надо, да, то есть они где-то вот играют в другую игру, они, возможно, где-то не идут на пролом вот в отношениях с вами, а выбирают тактику, я буду медленно к тебе подбираться, но ты в моем интересе, я, да, во всем мире тебя долго искал, и я к тебе подберусь, я к тебе подберусь. Где-то можно сказать, эти мужчины как выбирают тактику загнать в угол, да, разогнать всех конкурентов, расчистить пространство, чтобы ты видела только меня, да, и я создам атмосферу, что я лучший мужчина, я могу тебе дать больше, чем любой. И я буду для тебя круче, чем любой мужчина. То есть, да, здесь есть такой момент, знаете, у них свой подход. И очень часто, знаете, это очень правильный подход, потому что женщине нужно видеть, что она будет, да, в конечном итоге в этих отношениях, что она обретет в этих отношениях. То есть это мудрое решение, и очень часто огненная стихия, она действительно способна на какие-то неожиданные поступки и в жизни вашей нести кардинальную перемену, возможно, где-то очень даже значимую кардинальную перемену, очень значимую. Эти мужчины, они не признают отказа, они не отдаляются слишком далеко, они воспринимают это не сейчас, так позже, но ты будешь моей. То есть здесь вот такая вот ситуация. То есть я пока что во френд-зоне, но это не конец. Да? Я вот своих конкурентов разгоню и тебе докажу, что я то, что тебе надо. Вот здесь прямо, знаете, как убирается конкуренция, убираются все какие-то нюансы, которые так или иначе могли бы преграждать дорогу, и это все работа, это все усердие, это все момент, возможно, да, вот этого конкуренцию, да, вот как-то нужно ее прочувствовать, где-то просмотреть и быть готовым к любому сопротивлению. Здесь такие, знаете, прямо стратегии, потому что свой шанс я упускать не буду, потому что жду взаимности от этой женщины. То есть здесь такая очень мужская позиция, разбирается он с мужчинами. И среди них желает выделиться как лидер, желает выделиться как победитель, как в ваших глазах мужчина лучше всех. И это, знаете, это подкрепляется определенными какими-то действиями. То есть здесь очень даже все интересно может быть. Очень. Да, эти мужчины, они
Любят, когда их хвалят, любят, когда ими восхищаются. Но очень даже я вижу вот именно в этом варианте, что здесь я буду прикладывать усилия, чтобы ты видела во мне, да, шанс, ну, на лучшее, да, шанс на то, что твоя любовь, она будет взаимная, гармоничная, и ты будешь счастлива в этих отношениях. Эти мужчины не признают отказа. Если таковой есть, он недалеко отойдет. Он все равно, знаете, придет и будет бороться за свое, за то, чего желает и к чему стремится. Давайте посмотрим, чем нравитесь, чем нравитесь стихии, мужчинам стихии огня. Или вот третьему варианту мужчине. Давайте посмотрим, чем нравитесь, чем вы привлекаете. Вы знаете, тем, что вас тяжело удержать. Тем, что нужно прикладывать усилия. Тем, что, возможно, где-то у вас непростой характер, и вы не собираетесь, знаете, распахнуть двери и просто человека впустить. То есть, что за вас нужно бороться. Возможно, вот такой момент, что за такую, как вы, нужно бороться. Вы очень умеете произвести первое впечатление, и очень даже на мужчину огненной стихии вы это впечатление производите. Вы где-то их, знаете, вот это азарт какой-то мужской, это момент, как закрутила, замотала, это момент, как увлекла. Вы увлекаете огненную стихию мужчины. И здесь, да, здесь, то есть ее не просто удержать, я ищу правильных дверей. Я ищу правильного варианта. То есть здесь человек будет подбирать ключик, будет подбирать дорожку, будет... Ну, здесь прямо идет момент, да? Я буду создавать вокруг тебя пространство, где я везде и где я в любой момент приду тебе на помощь, чтобы ты видела меня лучшим. Да, возможно, отношения с вами не даются так легко, но они видят в вас, вот мужчины огненной стихии, они видят в вас идеально подходящую партнершу. Партнершу. Женщину, да, которая, возможно, соответствует в энергетическом уровне ему. И потому, действительно, за такую женщину стоит и как-то и дверей поискать, да, и вообще. То есть, чем нравитесь? Очень часто вот огненная стихия ищет именно такую женщину. По характеру, по темпераменту. И очень вы, знаете, как мечта проходите. Вы нравитесь вот таким мужчинам. Итак, огненная стихия, чем нравитесь? Чем нравитесь? Прямо до мозга костей. Очень где-то вот это вы увлекаете, прямо здесь все может получиться. И с вот этого момента она мне нравится, да, она меня привлекает. Может пройти такая трансформация, что вы прям для мужчины станете, ну, не то что номером один, а вообще вершина мира. Давайте посмотрим, а что же где-то... расстраивает, да, где-то подбешивает. Какие моменты? Давайте посмотрим. Итак, что подбешивает? Нелегкий путь. Мостик шаткий. Можешь в любой момент провалиться. То есть ваши испытания, они не так просты. И не так, знаете, их, знаете, перебежать вот этот мостик не так уж легко. То есть очень-очень даже... входить с вами в отношения, во-первых, это нужно разрушить какие-то предыдущие отношения, это нужно сжечь какие-то мосты, какая-то двойственная ситуация и, да, посидеть на двух стульях, это не о вас. Мостик к вашему сердцу, да, какой-то путь к вашему сердцу, он, знаете, такой, может в любой момент рухнуть под его ногами, окажется он где-то там внизу, откуда уже возврата нет. То есть здесь какие-то вот хитрости, знаете, ловкости, и я вот перепрыгну где-то что-то, здесь оно не проходит. Непросто, очень даже непросто. Есть момент, что подбешивает и не нравится. Теряю контроль. Сильно мужчина поглощается своей страстью и любовью к вам. Очень может быть. И не замечая уже вокруг себя вообще ничего. Что подбешивает? Неожиданности. Вы знаете, неожиданность. Когда уже кажется, что вот у меня все схвачено, остался еще один шаг, может оказаться, что за этим шагом ты еще очень далеко к цели. Ты очень еще далеко, и тебе еще пахать и пахать.
Да, и вот в этом самом каком-то конечном результате может оказаться, что ты и не нужен. То есть вот такая вот ситуация, да, что ты там очень там спешишь и рвешься и все как-то продумываешь и обставляешь, но может оказаться в последний момент, что твоего предложения никто не собирается принимать. Вот здесь вот такая вот ситуация. Ну что ж, давайте посмотрим, насколько реальны перспективы в отношениях с мужчинами огненной стихии или вот с третьим вариантом. Давайте посмотрим. Перспективы отношений. Перспективы. Ну, я вам скажу, несмотря на то, что ситуация может развиваться очень-очень по-разному, но здесь вмешивается сама судьба. И здесь может быть, ну, очень неожиданный поворот, который этих людей вообще, знаете, из тысячи дорог, их две дорожки пересекутся. И это будет не только пересечение дорог, но и пересечение судеб. Возможность развития отношений, очень часто вы можете быть с этим человеком прямо как люди по судьбе. И как бы ни сопротивлялось, да, разум, а сердце будет тянуть, сердце будет звать, да, и люди, по сути, вместе могут выстроить что-то чрезвычайно грандиозное и прекрасное. Здесь очень может проходить некая судьбоносность в отношениях вот с огненными знаками зодиака. Я вам скажу, что да, мужчины сильные, мужчины, да, вот интересные. И здесь есть момент судьбоносности. Что-то вместе нужно пройти, что-то вместе нужно прожить. Это твое, ты должен это принять, знаете, как ты готов ты к этому или нет. Но по сути перспектива очень даже может возникнуть ниоткуда, да, и иметь непредвиденные развития. Давайте посмотрим совет. Советы для вас по третьему варианту. Советы для вас. Здесь может проходить, вот здесь прямо пламя, может проходить прямо момент пламени, то, от чего невозможно отказаться, возможно. То есть не все в твоей жизни поддается, понимаете, не все в твоей жизни поддается. Есть то, что просто снизошло к тебе, и у тебя особо выбора нет. И это вот третий вариант, это вот огненная стихия. То есть есть то, что, возможно, не даст тебе выбора, что ты можешь как-то с этой дорожки каким-либо образом сходить. Слишком большой соблазн может тебе быть дан в виде этого человека. Слишком большой соблазн. Но и вместе с тем это грандиозные ощущения, грандиозные переживания и некий момент судьбоносности. Это нужно прожить, это нужно прочувствовать, это нужно, чтобы это было в твоей жизни. Вот так вот, мои дорогие. Такой вот у нас третий вариант. Давайте будем смотреть дальше. Итак. Итак, смотрим. Четвертый вариант, и у нас стихия вода. Давайте посмотрим. Король кубков. Мужчины водной стихии, водные знаки зодиака или четвертый вами загаданный вариант. Давайте посмотрим, что вообще мужчины вот по четвертому варианту, что думают о вас. Итак, что думают о вас мужчины? Четвертый вариант. Что думают о вас? Вы знаете, готов заботиться. Серьезные очень отношения. Очень серьезные отношения. Вот именно водная стихия. Интересно. Резко, резко возникшие, как молния, невозможно сопротивляться. Дорого и сердцу дорого, ну вообще невозможно сопротивляться. Тяжело даются отношения. Вот я вам скажу честно, мысли о вас, это быстро возникает. Женщина, как молния, ей невозможно
сопротивляться. Если появляется и очень много мыслей о вас. Что думает? Что думает? Желание следующей встречи, ожидание какой-то следующей встречи, опасение своих чувств каких-то, своих переживаний, своих эмоций. Где-то, знаете, даже может брать паузу. Здесь не просто могут завязываться отношения как-то первоначально. Очень даже и непросто могут завязываться отношения. Что думают о вас? Здесь, конечно, есть такой момент. Каких-то раздумий, они присутствуют в голове у человека. Почему? Какие-то очень, возможно, резко вы появляетесь в жизни, невозможно сопротивляться своим каким-то мыслям, эмоциям. Есть момент, почему именно сейчас, почему не раньше, почему как-то вот так вот все складывается очень даже непросто. В принципе, идет момент тяжело, тяжело даются какие-то первые, возможно, шаги. Почему? Накрывают эмоции, не владеешь собой, где-то в какой-то ступор как человек впадает, когда находится рядом с вами. То есть умный, классный, все понимает, такой общительный, возможно, даже успешный у женщин, рядом с вами теряется. Рядом с вами, возможно, очень даже как ищет, да, вот этого слова, а его нет в нужный момент, то есть оно куда-то вылетает. Очень проходит ситуация особенного ощущения, особенных каких-то переживаний, именно вот когда вы рядом. Притяжение очень сильное, которое сбивает, знаете, все ограничения, сметает своего пути все ограничения. Недосказанности какие-то, вот какие-то личные какие-то нюансы, они здесь выходят наружу. А что это за личные нюансы? Личные какие-то комплексы, недовольство собой, оно все выходит наружу. Такое ощущение, знаете, как для этой женщины нужно быть лучшим. Нужно быть лучше, нужно как-то более быть реализованным, более богатым, да. То есть я вам скажу, первоначально мужчина видит в вас женщину, которая достойна где-то, возможно, ну, лучшего, более богатого, более успешного человека, который может больше вам дать. Почему-то вот здесь как все комплексы выходят наружу у человека в общении с вами. Вот это водная стихия. Вы глубоко, знаете, копнули, вот глубоко, знаете, как-то вы задеваете глубоко вот этого человека. И очень может быть, знаете, как неожиданно, невозможно вот как-то сопротивляться, и идет момент, какие-то личностные переживания, какие-то личностные комплексы, какие-то личностные моменты, они все выходят наружу. То есть человек сомневается в себе, сомневается. Ну что ж, давайте посмотрим. Что думает о вас человек? Здесь есть моменты, очень красивая женщина, очень полная энергия, да, но для меня, возможно, не могу ей предложить нужного. Вот оно, да, то есть комплексы поднимаются. Почему? Потому что такой женщине не могу предложить то, на что она заслужила, чего она достойна. Вообще-то я вам скажу, что вот четвертый вариант, водная стихия, считает, что вы женщина, достойная шикарной жизни, роскошной просто жизни. И такой женщине, да, ты как бы входишь с ней в отношения, это большая ответственность. И потому мужчина, как все комплексы, понимаете, они поднимаются в нем. То есть где-то я поленился, где-то я мало усилий прикладываю, где-то он понимает все свои минусы. Здесь могут тяжеловато идти отношения. Не то, что человек сопротивляется, ему тяжело от своего какого-то несовершенства рядом с вами. Вот так вот, от своих каких-то комплексов внутренних, от своих каких-то недоработок внутренних. Здесь какие-то душевные терзания, такое немножечко размотанное, хоть я вам скажу, что могут быть очень яркие чувства, яркие такие переживания. Итак, мужчины, водная стихия, что думает о вас? Давайте посмотрим. Ну, вы счастье, вы действительно женщина, которая может, ну, вообще прекрасная, все в ней есть. Вот все в ней есть. Женщина приходит как счастье, но можешь ли ты это счастье удержать?
немножечко есть вот такой момент, как я, а заслужил ли я, ну вот нужен ли я, достоин ли я. Это вообще вот все с первого раза. Хоть может себя позиционировать, что я вот такой вот весь расслабленный, я такой интересный, я такой общительный, такой веселый. Но на самом деле у человека там тысячу, знаете, вы как поднимаете какие-то недостатки. Не то, что вы их показываете, человек их сам поднимает, сам проживает и сам все очень хорошо осознает, что вы женщина, которой вот нужен максимум, да, нужен прям такой классный мужчина. Но вы производите очень впечатление на мужчин водной стихии. Но, возможно, да, нет смелости на движение у них. Очень может быть, что нет смелости на движение, потому что вот эти комплексы, они очень ярко показывают, да, что ты где-то не дорабатываешь, ты где-то не стараешься, ты где-то вот этой самой лучшей, самой красивой женщины, ты ее не очень так и достоин. Вот так вот. Ну что ж, что думает? Что думает? Очень, ну что есть у вас выбор, есть мужчины заинтересованные вокруг вас, поинтереснее. Здесь комплексы какие-то. Вот вы поднимаете в водных мужчинах, в водных знаках зодиака, поднимаете какие-то комплексы. И даже они могут не дать о себе знать вот первоначально, но они существуют и они о себе напомнят. То есть этот человек, он чувствует свою слабость рядом с такой женщиной, как вы. Хоть любви действительно желает. Действительно желает. Ну, давайте посмотрим. Да, здесь женщина может очень даже вдохновить мужчину и дать ему вот этот энергетический толчок на действительно прекрасную перемену, развитие. И действительно вы можете качественно очень даже привнести вот эту энергию, которая качественно изменит жизнь человека. Итак, давайте посмотрим, чем нравитесь, да, что привлекает мужчин водной стихии или вот четвертый вариант определенного мужчину. Давайте посмотрим, чем привлекаете. Чем привлекаете? Вы вот, и опять, знаете, вот этот такой максимум. Вы максимум. Вы туз пентаклей, вы максимум. Вы действительно максимум в понятии, чем привлекаете. Максимально привлекаете мужчин. Да, здесь есть вот прямо эмоции, знаете, они такие не очень легкие для человека в переживаниях. То есть, что я вот этой женщине максимума, да, то есть высшей категории определенной, что я ей могу предложить? Вот я такой, вот я такой, ничего, знаете, особенного я не несу с собой. Я такой, знаете, ну, могу копать, могу не копать, понимаете, такой вот момент. Так он себя ощущает, хоть может быть человек очень даже развит, но вас воспринимает как вот этот туз пентаклей, да, то есть это максимум. Женщина максимально красивая, максимально интересная, вообще тут еще что-то добавлять не имеет смысла. На нее смотрит весь мир и вдохновляется, да, я вот тут такой, ну вот что с меня взять? Чем нравитесь? Где-то есть вот такой момент, знаете, какой-то разницы. Какой-то сильной разницы. Нравитесь сильное притяжение, неожиданное для себя, возможно, да, есть такой момент, что неожиданно для себя сильно очень женщина нравится, сильно она привлекает. И, возможно, где-то поддаюсь вот этому гипнозу, но понимаю, что ну, дальше развитие. Тяжело будет идти развитие, да? Смогу ли я, очень много нужно приложить усилий, вот такой вот момент, но нравитесь, очень, боже, просто вырываете сердце, понимаете, вы та женщина, которая просто в одно мгновение становится владычицей сердца, и уже, знаете, как-то менять ситуацию очень сложно. Здесь и какой-то и страх потерять, знаете, и страх упустить, и вообще какие-то внутренние какие-то разборки, метарства, это все есть, это все существует. Я вам скажу, да, это такой проходит момент, этот мужчина может быть влюблен и очень такое длительное время, но быть наблюдателем. Очень даже. И, в принципе, для вас, возможно, будет выступать человеком, от которого вам мало движения вперед. Вы можете быть даже в отношениях, и все вроде нормально, но человек не движет отношениями дальше, да, не развивает их, потому что не готов брать ответственность и идти дальше. Не готов. Да, потому что, ну, тяжело, это много усилий. Это не кино посмотреть, да, это все намного больше. И да,
Очень часто считают вас женщиной на высоте, женщиной максимум. А кто я для нее? Ну, то есть здесь выходит на первый план какие-то вот комплексы мужчины. Как-то вы их, ну вот, они комплексуют, они комплексуют. Ну, давайте, или это, возможно, так вот прямо вот вышел четвертый вариант таким образом. Давайте посмотрим, а что же где-то подбешивает, потому что здесь, знаете, и чем нравится, не особо там сладко. Не особо сладко, но все же, да, давайте посмотрим, что подбешивает. Ой, тоже, то есть, ну такое, а зачем мне надо? То есть, такое ощущение, это не то, что мне надо, да. То есть, вот то и подбешивает, что он не может вам предложить то, что вам надо, просто. Просто, чтобы он там, знаете, глыбой каменной упал, он вас не остановит ничем. Чем не нравитесь? Ну, какое-то, знаете, вот ощущение, что нет возможности. То есть я вам скажу, что, конечно, между всеми знаками, вот именно водная стихия, они чувствуют нехватку силы действовать и нехватку силы как-то вот продвигать отношения. Возможно, очень желая, да, но просто как не имея ресурса предложить вам то, чего вы достойны, чего хотите, да, как оно вот сразу шло, то есть эта женщина максимум, она достойна шикарной жизни, она создана для шикарной жизни, я ей такую жизнь предложить не могу, и здесь вот идет момент, да, я хочу, я люблю, и все вокруг нее как бы, да, кружит, но где мне взять вот этого джина, который исполнит все мои желания, нет. Да, а то, что я могу предложить этой женщине, оно ей абсолютно не нужно. И участь моя, знаете, томится где-то в молчании и тишине. Ну хорошо, давайте все-таки посмотрим перспектива отношений. Потому что вижу, что, конечно, несмотря на некую такую, знаете, ну не очень такой ресурс, скажем, но вы можете внести вот это вдохновение в жизнь человека, очень качественно изменить его жизнь и вообще, да, дать определенный толчок. Давайте посмотрим. Перспектива отношений. Возможности ли? Ну, такое, знаете, по двоечке кубков. По двоечке кубков, да. По двоечке кубков, да. Но я вам скажу, что действительно, вот смотрите, начинается все с двойки пентаклей, то есть что-то взвешиваем, да, что-то взвешиваем, что-то просчитываем, что-то сомневаемся, что-то, знаете, ну, такое. Сказать, что прям интенсивность такая первоначально будет, возможно, нет. Возможно ли трансформация? Возможно. Возможно ли развитие дальше? Надежда есть. Надежда есть. Но в процессе общения, даже если вам очень будет вместе даже и неплохо, мужчина будет искать этот момент, знаете, он будет существовать. То есть он будет стараться чем-то компенсировать, да, то, что ему не хватает. Какие-то вот эти моменты, они все равно будут его задевать. То есть почему-то он считает, что вот вам больше нужно, да. И вот это больше, вот это лучше, оно появится в вашей жизни. И он как все время на волосочке каком-то. Он как вот на этом, знаете, трамплине, он на этом вон таком канате, да, подвешенный в воздухе. И ему тяжеловато удерживать определенный баланс. Да, здесь мужчина, возможно, даже будет какие-то перья набрасывать, чтобы прикрыть вот эти какие-то голые моменты, скажем так, там, где ему не хватает. Здесь может проходить какая-то, знаете, дезинформация, какие-то немного и обманы, и потому что не хватает энергии. И оно рано или поздно, оно будет себя проявлять. Да, вы можете вдохновить этого человека, вы можете подтолкнуть его. Здесь есть моменты, что здесь возможно, все возможно. Но даже если вот эта мечта существует, человек ищет какого-то обходного пути, все равно силы не хватает. Хоть, возможно, рядом с ним, да, даже будет очень весело и хорошо. Возможно, да, как-то вот желание легче пройти этот путь. Вы знаете, где-то не хватает усердия. Он понимает, что это его недостаток, но вот он все равно будет вот в эту сторону шагать. И это опять, знаете, какую-то может создать определенную развилку через легкомысленность. Вроде чувства есть, но сколько я могу ждать? Сколько я могу ждать, что вот эта любовь, да, придет вот в этот старший аркан Иерофант? Будет ли такое движение, будет ли оно, будет ли вот этот переход на новый этап,
Ой, будет ли переход? Итак, давайте я вот просто спрошу, потому что здесь идет момент, что нужно подумать, понимаете, перед тем, как вступать в отношения с человеком, вам именно, да, вот вам, которая, женщине, которая вышла по сигнификации, перед тем, как вступать вам в отношения с этим человеком, вам нужно очень хорошо подумать. Давайте посмотрим. Итак, возможность, ну вот реальность отношений. Возможны ли отношения? По старшему аркану суд. Будут препятствия, которые будут моменты, будут подсказки для тебя. Сможет ли этот человек быть для тебя спутником или останется позади. То есть я вам скажу, что да, у вас могут завязаться отношения, возможно, очень даже они, много надежд будет в них вложено, но здесь что говорится, перед тем, как вступать с этим человеком в отношения, очень-очень хорошо подумай. Сама судьба, да, даст тебе подсказки. Даст тебе такие моменты, которые позволят тебе выйти из своих вопросов и принять правильное решение, отсечь этого человека или идти с ним дальше по жизни. То есть у вас в отношениях будет какой-то этап, пройдя который, да, вы очень много расставите на свои места, и это будет вовремя. То есть это не будет тот момент, что это уже поздно там, или уже какие-то ошибки сделаны. То есть вовремя тебе дадут подсказку, которая ответит на все твои вопросы и, и даст вот, да, тебе возможность принять правильное решение. Давайте посмотрим еще. Итак, совет. Совет для вас. Совет для вас. Старший аркан суд. Старший аркан суд. Интересно, вы знаете, то есть некая ситуация вам, возможно, будет видна сверху, в процессе самом. Но есть некие такие моменты, которые, возможно, нельзя изменить, которые так или иначе должны произойти. Но совет вам, посмотри на ситуацию сверху, посмотри на ситуацию, возможно, да, как ты видишь себя с этим человеком через много лет, видишь ли тебя, себя с ним, да, кто он, кто ты в этой жизни, какая жизнь ваша совместная. Посмотри как бы с некой высоты, посмотри с некого момента через года, кого ты видишь в этом человеке в будущем. И если ты видишь его, да, для себя любимым через много лет, ты делаешь правильно. В любом случае мы дадим тебе подсказку, чтобы ты поняла, сделала правильный выбор и в жизни своей обрела свое судьбоносное счастье с этим человеком или, возможно, с другим, действительно тебе по судьбе. Вот такой вот у нас сегодня расклад. Если вам понравилось, ставьте лайки, я буду очень рада. Напишите комментарий в поддержку моего канала, мне будет очень-очень приятно. Я желаю вам счастья, радости, любви, чтобы из всех стихий, из всей энергии, которая кружит вокруг вас, в вашу жизнь ворвалась настоящая любовь. Сильный, благородный мужчина, который будет опорой, который привнесет в вашу жизнь красоту, будущее, наполненное светом и солнцем. Я желаю вам всего самого-самого лучшего и до новых встреч!